Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы сегодня начинаем концерт, заключительный концерт цикла «Sax Days» этого сезона, сезона 2015-16 годов. И сегодня мы представим вам два ансамбля. Это первый ансамбль «Sixtet» в составе Виталий Эпов, ударные инструменты, Адам Таруцуян, контрабас, Дмитрий Чебырев, фортепиано, Чингиз Жангильдин, тенор-саксофон, Максим Беженов, альт-саксофон и Петр Волков, тромбон. Я объявлю первые четыре композиции. Они сыграют первую композицию, это композиция Рон Маклур, это известный английский, американский такой музыкант, который играет в Англии, в Америке, контрабасист. Композиция называется «Sunburst». Вторая композиция – композиция американского трубача и композитора Брайана Линча, называется «Родики Самба», она посвящена своему коллеге, это трубачу, известному из Аргентины, который сейчас живет в Америке, очень успешно продуцирует в латинской музыке, это Клаудио Родити, называется «Родити Самба». Третья композиция – композиция также контрабасиста на свете сегодня, только все контрабасисты. Все это будет написано для контрабаса в первую очередь. Это Дэйв Санторо, есть такой композитор, американец, контрабасист. Композитор называется Индиго Райс. И четвертая композиция, они сыграют классику джазового хард-бопа, бибоп, хард-боп течения. Это композиция трубача, одного из родоначальников в стиле бибоп, Кенни Дормер, который называется «Miner's Holiday». Thank you.
хлебушка. Thank you.
Это композиция Сидора Волкана, которая называется «Shake it, Jake», и композиция Брайана Линча называется «Terra Firma Irma».
Thank you.
Жан Гильдин, тенор-саксофон. Максим Беженов, альт-саксофон. Петр Волков, тромбон. Виталий Эпов, ударные инструменты. Адам Филипп Дорасуян, контрабас. И Дмитрий Чемырев, фортепиано. Сейчас мы сделаем маленький антракт, чтобы 5 минут продолжим. Thank you.
Итак, перед вами выступает ансамбль «Квинтет» в составе Чумаченко Илья, альтсаксофон, Виктор Потёпкин, лауреат международного конкурса молодых джаз-исполнителей в Ростове-на-Дону 2015 года. То есть голос саксофона в современном мире, Москва. Потёпкин Виктор, тенор-саксофон. Лауреат международного конкурса молодых джаз-исполнителей Ростов 2015 Анна Левковцева. На контрабасе играет Дубровин Данил. И на барабанах лауреат международного конкурса молодых джаз-исполнителей Ростов 2015 Ахмаев Александр. Выступление джазовой классики. Это композиция Кенни Дорма «Whistle Stop». Далее идет композиция Джефф Кизера «Акра». Третья композиция будет композиция Ивана Фармаковского «Иероглиф». И четвертая композиция такой есть американский композитор. Я даже не знаю, очень редкое такое имя. Вот, его имя Брэндон Романик. Композиция называется «Coming Together».
заключение нашего сегодняшнего вечера, если ансамбль исполнит еще две композиции, это композиция, еще одна композиция Джефф Кизера, называется «Масса Мэн», и композиция итальянского пианиста и композитора Энрико Пьернунци, называется «New Lands». Thank you.
Александр Ахмаев, ударные инструменты. Данила Добрынин, контрабас. Дубровик. И Анна Левковцева, фортепиано. Браво! Браво! Спасибо большое. Я надеюсь, что в следующем сезоне мы с вами встретимся. Первый концерт будет у нас 27 ноября. До свидания.